С годами мы уже не молодеем. Вот на пороге снова Новый год. Нам кажется, мы многое успеем, но не заметим, как и он пройдет. Благодарим за Рождество, чудесный праздник. Душа благодарит за жизнь Христа. 2019-й был разным, однако с Господом жизнь наша – красота. Благословение Его не перечислить. Он каждый день любовь свою являл и помогал идти путем нам чистым. Среди скорбей Он нас благословлял. В ночь новогоднюю преклоним мы колени и будем Господа за все благодарить. Год новый будет лучше, без сомнения, ведь мы же вечно учимся здесь жить. Бог проведет сквозь бури и ненастья. Ему нам нужно только доверять. Для каждого есть у Иисуса счастье. Жаль, что не каждый хочет его взять. Год новый всех нас Господу приблизит. Неотвратима встреча в небе с Ним. А наша вечность лишь от нас зависит, насколько этой встречи мы хотим. Господь, когда пришел на эту землю, спасение для каждого купил, и план Творца для каждого приемлем, ведь Он до смерти всех нас возлюбил. Нам нужно только верить в Его жертву и обратиться за спасением к Нему. Бог на земле создал Христову церковь. К Нему придите, оставляя мира тьму. Господь есть свет. Так Библия нас учит, и Слово Божье живо до сих пор. Принять Христа, что может быть здесь лучше? Нет смысла с Ним вступать сегодня в спор. Пусть Новый год счастливым годом станет, ведь счастлив тот, кто Господа найдет. Я счастья вам желаю, христиане. Господь нам снова дарит Новый год. Аминь.